Ну, я уже как бы год назад, полтора, наверное, начал это движение. Начал, скажем так, ну, аналоги есть, только чуть-чуть с другим механизмом, да? Все-таки идея была сделать что-то более комфортное, более вечное, навсегда, да, такой качественный тренажер. То есть это вот для того, чтобы сидеть дома, ну, неважно где, с собой берешь, и проработка кистей. И вот можно опять же садиться, отведение, приведение делать, да. И тут у меня как бы нагрузка меняется. Это, наверное, если сравнивать с другими аналогичными тренажерами, то там нагрузка, она как бы не меняется. А там же идет трение, здесь у меня идет скольжение. Даже на по ощущениям и на слух приятно это делать. Ну вот идея была, воплотили в реальность, как бы вроде сейчас все более-менее работает. Единственное, были моменты, мы все это облизали с инженером. Все есть на рисунке, уже с заводом договоренность есть. Едем туда, встречаемся, сделаем еще одну ручку, уже, скажем так, облизанную со всеми доработками. То есть, во-первых, тут вес мне не понравился, большой. Будет в два раза легче. И по размерам все-таки решили чуть-чуть укоротить, чуть-чуть диаметр меньше сделать. И тот продукт, который вот сейчас мы сделаем, новый, это будет уже как бы, наверное, то, что можно будет запускать в производство. В целом у меня даже вот этот уже устраивает. То есть он у меня будет, все, я с ним работаю, мне комфортно, хорошо. Вес для меня подходит, объемы тоже. Но, как показал опрос, хочется люди, которые поменьше, скажем так, средний статистический такой вес, хотят полегче и поменьше диаметра, чтобы трубы были. Я создал группу специальную, сказал тем, кому интересно, подписывайтесь туда, информация будет там. То есть там уже 2000 человек у меня есть, люди, которым интересно, и там и иностранцы в том числе. Скажу сразу, она не будет дорогая, но и дешевая она не будет. Это будет что-то среднее. Не могу сейчас сказать по цене, потому что все будет зависеть от количества штук, которые я буду делать. Конец. Thank you.
всех нагружает. Я говорю, тут нагрузка максимально можно поставить, ты ее с места не сдвинешь. Тут все легко делается. Вот она крутится, зажал как тебе надо, и все, и ты даже провернуть уже не можешь. Меня все устраивает. То есть вот в том виде, в котором она сейчас есть, она у меня как бы останется, я на ней работаю, мне комфортно и хорошо. И он берем, меняем. И вообще он все не провернуть. Вообще. Даже дети легко могут справиться. Туда-сюда. Ну, я делаю как армрейсер, получается, закручиваю крюк. Сразу обе руки. То есть мне вот прям нравится. Вот так вот. Можно в другую сторону, в обратную. Нагрузка та же самая. То есть туда-сюда она не меняется, она одна. Можно бицепс качать еще, вот, пока она тяжелая. Короче, так она весит, вот это вот. Прототип весит 4 килограмма. Меня уверили, что будет 2,5 и 2. Это уже будет прям классно. Ну, а мне это пойдет. А кисти крепкие. Тут и пальцы работают. В принципе, когда тебе уже запланировал делать много раз, когда тебе уже отключилось все, ты начинаешь уже и грудью помогать себе, и плечи, и все болит, весь верх. Это вот 100% вы почувствуете. Поэтому такой тренажер универсальный для всех. И самое главное, ты можешь в машине сесть поделать, дома на диване телевизор смотреть делать. Ну, основная идея была сделать что-то типа экспандера, но для кистей. То есть я тренироваться буду, готовиться, и чтобы всем было страшно, пока она у меня одна. Ломаю, отложу. Поменьше. 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 Хорошо.